только начинают покорять новые высоты дети с ограниченными возможностями. 18 мальчишек и девчонок из Ангарска впервые в своей жизни прошли маршрут по пересеченной местности. Ребята с ДЦП, синдромом Дауна, нарушением координации и равновесия не испугались трудностей. Вместе с инструкторами юные туристы отправились на отвесные скальники Витязь, которые находятся на территории Алхинского плато. Дети совершили по-настоящему героический поступок, ведь они смогли преодолеть трассу протяженностью 14 километров. Но, несмотря на большое расстояние и забыв про все трудности, маленькие туристы одержали очередную победу в жизни. Там была мошка, камни были влажные, был мох. И пока мы шли туда, деткам вроде бы было легко, потому что мы шли на подъем. А вот возвращаться обратно было сложновато.